Давай, давайте всіх їх беремо. Я зачитаю, хто за ким іде, і потім ми просто зробимо нормальну чергу. Це нормальна справа. Ну, навіщо ви нам потрібні? Це наша прес-конференція. Ми самі журналісти, ми самі здатні, дорослі люди, організувати для себе спілкування з президентом. Абсолютно правильно. Потрібні ваші допомоги. І до мікрофону ми підійдемо. Так, ми дійдемо до мікрофону самі. За цим списком підходить, будь ласка, до мікрофону. Частіше організовуйте нам такі прес-конференції, не буде такої пільги. Чесно, тому що одні мають до президента доступ постійно, на пулах, на всіх, а інші взагалі не мають доступу до президента, щоб поставити йому пряме запитання. А він наш спільний. Він один наш, раз на 15 на наші місяців. Один раз на... Больше ніхто не хоче записатися списком? Я хочу. Там уже 21-м, а вдруг повезе? А що робити з тим списком, куди інші журналісти записуються? А хто ці другі журналісти? Так, тихо, стоп. Хто ще записувався? Другі журналісти, покажіть, хто записався в другий список? Ребят, у вас виходить, що є якісь правильные журналисты, а есть неправильные. Дарка Литер правильный журналист, это все знаешь. Мустафа, мы пришли. Вы уже спросили в Брюсселе. Дарка, ты в Брюсселе записала. Вы врете. Я пришел в 8 часов, и никого не было. Мы проходили безопасность. Неправда. У вас очередок. Олег Остапец, есть здесь? Одновременно проходили безопасность. Олег, скажи, пожалуйста, во сколько мы с тобой встретились вот там у милиционеров? В 8 часов. Стоп. Во сколько мы встретились, Олег? 8:20. Ты пришла не в 8:20, правда? Я в зал зашла не в 8:20. Стоп, ты в 8:20 пришла. Но я зашла в зал. Слушай, дорогая, спи больше, высыпайся, все хорошо. А если хочешь задать вопрос, приходи раньше. Я вам не дорогая. Вот есть список. Вы уже спросили в Брюсселе. Вам нужно. Да, там было питание в Брюсселе. Так, спокойно. У вас уже была возможность. Я пришла каждый день. Запишите президента. Это у нас записано в списке. Вот ласка потихишь. Она записана в списке. Дарка, ты весь в списке, что ты волнуешься? Я волнуюсь, потому что вы поступаете сейчас нечестно. Что значит, кто нечестно? Кто вы? Мустафа, в зал одновременно. Нет, вы врете. Мы более того, вы зашли с бокового входа. Скажите, почему вы здесь оказались? Я зашла с центрального входа. Нет, есть кто-то, кого еще не устраивает? Кто выжил? Таких нет. Журналисты, которые хотят задать питання, есть список. Приходите, записывайтесь. Кто хочет еще? Уже записалась. Нет.